Всем привет! Сегодня мы с вами не просто поговорим, но и протестируем по жесткой. Протестируем по жесткой.
Итак, что мы с вами имеем в сухом остатке? Нож отработал просто шикарно. И я убедился в том, что это по-настоящему хороший рабочий инструмент для тяжелой работы, при этом он вполне сносно режет продукты. Понятно, что толстое сведение, большой угол заточки, толстый обух дает о себе знать, но это, как знаете, типа викторинокса можно хорошо порезать продукты, но не очень хорошо можно батонить. Здесь все строго наоборот. Как бы везде есть компромиссы. Самое главное, за что я переживал, это то, куда денется фрейм. Давайте вот специально его открою посильнее. И вы посмотрите, где у нас сейчас фрейм. Он находится вот так, а вот так он выглядел до тестов. Это кадр с обзора. Вы видите, что подвижки фрейма совсем-совсем небольшие. Но я вам скажу классную вещь. Помните, в обзоре я рассказывал о том, что с завода они могут хрустеть, да, легкое подлипание. Теперь смотрите, даже вот, давайте прям легонечко открою, потому что у нас он больше всего залипал при легком открытии. Вообще никаких проблем. Все вот эти вот острые рваные края примялись об пету, и все здорово. Фрейм себя показал хорошо, и поэтому, если вы покупаете новый DPX, то на самом деле, как и говорят владельцы этого ножа, у кого он давно, нет необходимости что-то делать с фреймом, карбидизацией, сухарей и все остальное. Просто нет, потому что даже вот проделав все вот эти тесты, он убежал совсем недалеко и дальше вроде как и не планирует. Очень порадовало, что вся фурнитура на одном шестиграннике, включая и ротоблок, потому что от батонинга, потому что не сидел винт на фиксаторе, у меня он немножко ослабился, появился люфт, я подтянул, люфт пропал. Следующий момент, который меня беспокоил, что будет с покрытием, потому что, по-моему, вот с этой стороны сразу у нас, видите, такая белесая полосочка вот здесь была, и я думал, ну, наверное, покрытие не выдержит. Я оттер всю консервную банку полностью. Нигде ничего не осталось. Все вообще супер. Поэтому порадовало меня покрытие. Следующий момент, это, разумеется, стеклобой. Здесь тоже нет никаких проблем, никаких следов. Он отработал отлично. Все хорошо разбил, все хорошо почертил. Нигде никаких следов не осталось. Поэтому отличный ножара, и я в очередной раз убедился в том, что вот эта вот сталь типа H12MF, D2, Sleipnir, Neolox, это отличные решения для настоящих рабочих ножей. Для рабочих ножей просто супер. Обратите внимание, что у нас какие-то вообще минимальные микро-микро повреждения, я не знаю, там фокус получится поймать, нет, кромку. Понятно, что это связано с толстым сведением, с большим углом заточки, но именно так должен точиться нож для каких-то таких работ. Пусть он чуть хуже режет продукты или просто хуже режет, да, но я думаю, что при таком коротком клинке вы на это не особо рассчитывали, зато всю остальную работу он выполняет просто на ура. Обратите внимание, какие-то единичные засветы, я это легко выправлю на триангле за 5 минут и все будет здорово. Поэтому вот такой вот у нас был тест. Магазину Ламни еще раз огромное спасибо. Все ссылки на них будут в подписи. И думаю, что у нас будут почаще проходить такие хард-юз тестирования. На этом, наверное, и все. Всем спасибо. Пока.